Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные, пришло время поклониться Господу. Our beloved, it is time for us to worship our Lord. Вся наша жизнь — это поклонение Богу. Our entire life is a worship unto God. Но когда мы как избранные Божьи собираемся вместе, and when we as the chosen people gather together, это особое поклонение Богу. It's a very special worship unto God. Потому что в единстве есть сила. Because in unity there is power. Потому что Священное Писание говорит, что один прогонит тысячу. Because the Holy Scripture says one can cast out a thousand. А двое прогонят десятки тысяч. And two can cast out ten thousands. Поэтому, когда мы вместе, в этом есть сила. So therefore, when we're together, there's power. Когда один говорит «Аллилуйя», в этом есть сила. When one says «Hallelujah», there's power. А когда вся церковь восклицает «Аллилуйя», в этом огромная сила. And when the whole church proclaims «Hallelujah», there's tremendous power. Поэтому я провозглашаю, прошу вас сейчас подняться на ноги. Therefore, I just ask you to get up. И перед тем, как мы будем служить Слово Божье, я прошу вас, давайте все вместе скажем «Аллилуйя». And before we listen to the word of God, Иисус, say «Hallelujah». Иисус, Он Господь. Jesus is Lord. Он достоин хвалы. He's worthy of the praise. Он достоин чести. He's worthy of honor. Он достоин поклонения. He's worthy of our worship. Он спас нас и искупил нас. He saved us and redeemed us. Слава Ему вовеки. Glory unto Him forever. Прочитаем место, написанное 1 Петра, 2 глава, 2 стих. And we're going to read from 1 Peter 2:2. Говорится так: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камни живому, человеками отверженными, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христом». And it says here, as the newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow, if so you have tasted the Lord is gracious, to whom coming as to us a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, you also as lively stones are built as a spiritual house and holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Дорогие мои, у меня на сейчас картина, как Неемия строил стену в Иерусалиме. So my beloved, I have this picture as the Nehemiah has built the wall in Jerusalem. И весь народ строил. And all the people were building. И там написано, что колено такое-то строило там-то. And it said that a certain tribe was building a certain part другое of the wall. Другое колено строило рядышком. And another tribe was building right next to и them. И все они делали одну работу. But all of them were doing one work. И сегодня Священное Писание призывает нас. And the Holy Word calls us, чтобы сами как живые камни, so that we as the living stones, вместе устрояли дом духовный, together can build the spiritual house, чтобы устрояли хвалу, которую мы будем возносить Господу, so we can build that praise that we can lift to the Lord, чтобы мы строили это служение как единое целое, so we can build this ministry as united. Для этого очень важно участие каждого из нас. So it's important for every one of us to take part. Для этого важно, чтобы все собравшиеся в этом доме не были наблюдателями. So that everybody in this house cannot just be a viewer. Чтобы когда лидер прославления сказал «Аллилуйя», мы все подключились и говорили «Аллилуйя». So when we praise and worship and we say «Hallelujah» for когда all of us поем to be connected. Когда мы поем псалмы, чтобы мы все подбадривали друг друга восклицать Господу. For all of us to encourage one another and proclaim Lord. Потому что Он достоин хвалы. Because He's worthy of the praise. Потому что Иисус сказал, если мы будем молчать, камни будут вопиять. Because Jesus said, if we're quiet, the stones will поэтому raise ожидает, their voice. Что наше сердце будет открыто сегодня. So therefore, let our hearts be open today. И мы будем восклицать и славить Его. And we're going to proclaim and praise Him. Не стесняйтесь, сделайте это от всего сердца. Do not be ashamed, do it from your heart. Потому что Он достоин. Because He is worthy. Он говорит, что кто постесняется меня, я постесняюсь Его перед Отцом. He said, if you're ashamed of me before people, I will be ashamed если of you before God. Если мы будем стесняться Иисуса здесь в зале, то что говорит о том, что мы будем делать на улице, outside? If we're going to be shame of people here inside in the sanctuary, we're going to be shameful of Him outside. Поэтому давайте сейчас сконцентрируемся на Боге. So let's just concentrate on God. И Он здесь, на этом месте. And He's here in this place. И Он ожидает слышать от наших сердец то, что мы имеем на нашем сердце. And He's also waiting to hear from us. И будем благословлять это служение, наш великий Господь и Бог наш. And we're going to bless this ministry. Мы превозносим Твое имя, Господь и Царь наш. Мы в единстве призываем Твое имя, Царь царей, Господь, Господствующий на этом месте, Господь.
Да будешь благословен Ты, Господь, народом Твоим, которого Ты призвал, Боже, ибо мы были некогда не народ, а ныне мы народ Твой. Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Царь царей! Господь господствующих! Мы воздаем Тебе славу! Мы воздаем Тебе честь! Мы воздаем Тебе поклонение! Мы превозносим Тебя, Господь! Мы благословляем каждого человека на этом месте! Народ Твой благословляем, Господь! Великий Царь наш! Аллилуйя! Аллилуйя! Прославляем Тебя! Прославляем Тебя! Превозносим Тебя! Ибо Ты отдал жизнь свою за нас, ибо Ты искупил нас, Ты спас нас. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе и слава Тебе, всемогущий Царь наш. Ты живой Бог, Ты живой Господь. И мы пред Тобой смиряемся сегодня, Господь, ожидая, что Ты будешь прикасаться к каждому из нас, Господь и Царь наш. Ожидая, что Ты будешь говорить в наше сердце. Ожидаем того, Господь, как мягкая глина, чтобы Ты изменял и преобразовывал нас через чудную жертву Иисуса Христа. Отец, мы благословляем, Господь, имя Твое, мы превозносим Тебя, Господь. Да будут разрушены все твердыни, Бог великий, да будут разрушены все противостояния, да придет огонь Твой, Господь, на жертву хвалы, которую мы будем устроять перед Тобою, Царь наш и Бог наш. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Мы хотим прославить Тебя, Дух Святой, помоги нам в нашей хвале, унеси нашу хвалу глубоко в небо, посети нас присутствием Своими, славою Своею, наполни Си дом благодатью, чтобы мы, переживая Тебя, могли преобразовываться в образ Твой, чудный образ славный Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за наследие детей, которых Ты дал нам, Господь. У них сегодня есть также служение на воскресной школе, Господь. И мы благословляем наших детей, Господь. Мы говорим, Господь Иисус, Твой мир и Твоя благодать да будет между ними. Твоя мудрость свыше да придет на них. Твоя благодать, защита и охрана да сохраняет наших детей, Господь. Ибо мы в этой стране хотим, чтобы мы и дома наши служили Тебе, всемогущий Господь, превознося Тебя. Благослови учителей, которые будут преподавать им истину Твою, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благословляем имя Твое. Мы превозносим Тебя. Мы поклоняемся Тебе и устрояем Тебе хвалу, всемогущий Царь наш. Прими нашу хвалу, поклонение, великий Господь и Царь наш. И весь народ сказал Аминь. Будем поклоняться Господу. Let us worship the Lord. Радуйся и веселись пред Ним. О, этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись.
И Он достоин всей славы и всей хвалы. И нам есть за что славить Его, потому что Он создал этот мир. Господь, Ты создал нас, Господь. Ты подарил нам вечное спасение. Ты подарил нам вечную жизнь, Иисус. Аллилуйя! Нет!
сегодня, Господь, не устанем Тебя прославлять, не устанем Тебя славить, Господь, потому что Ты Бог наш, Ты твердыня наша, Ты скала наша. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Yeah.
находиться в Твоем присутствии, Господь, там, где слава Твоя, Иисус. Ты покрываешь все своей любовью, Господь. Ты покрываешь всякий грех. Ты покрываешь все, Иисус. Твоя любовь безгранична, бесконечна, Господь. Мы вновь предстоим пред Тобой, Господь. Преклоняем колени нашего сердца, Господь. Говори к нам, Дух Святой. Повей на нас своим ветром, Иисус. Дух Святой, повей на нас. Мы нуждаемся в Тебе. Thank you.
Мы преклоняемся перед Твоим величием. We worship You before Your majestic presence. Господь, мы превозносим Тебя. We glorify You. Ты на престоле, Господь. You are on the throne. Ты держишь весь мир в своей руке. You hold us in Your hand. И ничто не происходит на этой земле без того, чтобы Ты не допустила это. And nothing happens here without Your will. Господь, мы приносим. Мы открываем сердца наши пред Тобою сейчас, Господь. And Lord, we open up our hearts before You. Мы поклоняемся Тебе, Господь. We worship You. Нам хорошо быть в Твоем присутствии сейчас здесь, Господь. It is good for us to be in Your presence. Мы хотим больше познавать Тебя. We want to know You more. Не только в песнях, не только как мы поем, Господь. Not just in songs. Но на всяком месте, где бы мы ни находились. But in every place. Помоги нам искать Тебя, Господь. Понуждай нас искать Тебя всегда. Help us to seek You. Боже, мы приходим к Тебе сейчас. And we come to You right now. Мы поклоняемся пред Тобой. We worship You. Господь, мы сейчас хотим преклониться также нашими средствами, десятинными приношениями. And Lord, we also want to worship You with our tithes and offerings. Господь, я благодарю Тебя, что Ты даешь нам работы. That You give us jobs. Что Ты Бог обеспечитель. That You are God our provider. Ты даешь нам здоровье, чтобы зарабатывать. You give us health. Господь, и кто этого еще не имеет? Кто нуждается в работе, в здоровье, Господь? And помоги. Those that are in need of health or a job, Lord God, help them. Во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, Отец, сейчас. In the name of Jesus, we come to Благослови You right now. Тех, кто нуждается в работе. Bless those that are in need of jobs. Кто нуждается в здоровье, Господь. Who has a need in health. Во имя Иисуса мы просим, Отец. In the name of Jesus, we ask You, Father. Господь, Ты на этом месте сейчас Духом Святым. Lord, You are in this place with Your Holy Spirit. И Ты понуждаешь нас, Господь, чтобы обращали к Тебе свой взор. And You awaken us so that we мы set our eyes on You. Мы приходим к Тебе, престолу милости. We are before Your throne of mercy. Благослови тех, кто нуждается в здоровье, Господь. Исцелить нуждающихся. That are in need, those that need a healing, Lord God, heal them in the name of Jesus. Сегодня утром просто Господь положил мне на сердце слово из послания к евреям, 6 глава, 10 стих. And this morning God has placed a scripture on my heart. It's Hebrews 11, 6. 10. 10, 6. No, 6, 10. Oh, I'm sorry. 6, 10. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed towards His name, and that you have ministered to the saints, and do minister. Я знаю, это нужно для кого-то, потому что Бог побудил меня просто сегодня это слово напомнить. Это нужно для кого-то, братья мои, сестры. And I know I felt so encouraged that somebody really needed to hear that word. God inspired me to share it. Помните, Бог ничего никогда не забывает. У Него все пишется. Remember, God does not forget anything. Поэтому сейчас мы поднимем наши средства, все, что мы принесли в Дом Божий, к Его ногам. Мы приносим к Его ногам. Мы приносим Ему. То, что принадлежит Ему, мы приносим Его часть. Мы не приносим церковь. So let's just do our part and lift up our offering, because we don't just bring that, we bring that before His feet to Him. Во имя Иисуса будем вкладывать в Его царство. Аминь. And so in the name of Jesus, let us sow into His kingdom. Amen.
Аллилуйя, воздайте Ему славу. Аллилуйя, Он прекрасен, Он велик и достоин славы. He's mighty and worthy to be praised. Мы сейчас совершим пару молитв. We're gonna offer a few prayers. У нас есть две семьи, которые принесли своих детей молиться. We have two families that have brought their children to pray. Пожалуйста, приносите вперед, мы сейчас помолимся за них. So we ask you to come forward, please. Пожалуйста. Марина, ты здесь? And if Marina's here, сюда. You may also come up. Этого благословенного мужа зовут Самуил. This blessed man, his name is Samuel. А это кто у вас? Максим. And this is Максим. Становись сюда. Библия говорит, что Бог избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира. God said that in the Bible says God has chosen us before the foundation of the world. И Библия говорит, что Бог во Христе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. And the word says that God has blessed us through Christ with every heavenly blessing. И всякий раз, когда родители приносят своих детей на сцену, and every time the parents bring their children here on stage, это не просто молитва. It's not just a prayer. Чтобы Господь благословил этих детей и хранил их. For God to bless and keep these children safe. Это молитва посвящения. It is a prayer of commitment. Вы знаете, когда-то Анна мечтала о том, чтобы иметь ребенка. You know, once Anna, she wanted to have a child. И она молилась и говорила: Господь, если дашь мне ребенка мужеского пола, and she prayed and said, God, if you give me a male child, я отдам его тебе на служение на все годы его жизни на земле. I will dedicate him to service unto you. И Бог услышал ее молитву и дал ей сына. And God heard her prayer and gave her a son. И Библия говорит, когда он был уже отнят от груди, она принесла его в храм. And the Bible says that when she brought him to the temple. И она посвятила его на служение Господу. And she dedicated him unto the service for the Lord. Всякий раз, когда мы приносим наших детей пред лицо нашего Господа. So every time we bring our children before God. Этим актом мы говорим: Господь, мы верим. With this very act, we say, Lord, we believe. Что это дитё, оно избрано во Христе Иисусе прежде создания мира. That this child is chosen in Christ before the foundation of the world. Мы верим, что по твоей воле он пришёл на эту землю. We believe that by your will this child has come unto this earth. Мы верим, что во Христе Иисусе он уже благословен. We believe that in Christ Jesus he's already blessed. И мы сегодня это дитя посвящаем тебе на служение. And we dedicate this child unto service. От тебя он пришел на эту землю. Because he's come from you. Пусть для тебя он проживет на этой земле. And let this child live for you on this и пусть earth. Он уйдет к тебе на небеса в твою вечную славу. And may he return to you into eternity. Поэтому сегодня наша молитва. So therefore our prayer. Чтобы эти прекрасные сыновья, for these wonderful sons, чтобы они служили Господу, that they may serve the Lord, чтобы они знали Господа, so they may know the чтобы Lord, они любили Господа всем сердцем, so they would love the Lord with all their чтобы hearts, все Божьи благословения, которыми Бог их благословил уже, that every blessing that God has blessed them with, чтобы они открылись в их жизни, that they may open up their lives, чтобы все Божьи дары, которые вложены в них уже, and all of godly gifts that are in them, чтобы они открылись во всей полноте, that they may be opened in all fullness, чтобы они были украшением Евангелия на земле, so that they may be the gospel on earth, и чтобы через их жизнь прославилось имя Иисуса. And that through their lives the name of God may be glorified. Вы так согласны? Do you agree? И мы помолимся, so we will pray, чтобы Бог дал вам благодать, for God to give you favor быть and grace, для них хорошими родителями, so that you may be good parents, примером для подражания, an example for following. Я где-то вычитал такое или слышал такое. Somewhere I heard this saying. Не так важно, как ты говоришь и что ты говоришь детям. It's not so much important what you say and what you do for children. Все равно они будут такими, как ты. They're still going to be like you. Поэтому дай Бог вам. So may God give you. Быть правильными. To be righteous. Примером для подражания. An example for following. Чтобы вы могли своим детям сказать. So you can tell your children. Подражайте мне. Be like me. Как я подражаю Христу. Just like I'm like Christ. Чтобы ваши дети могли, подражая вам, служить Господу. So that your children may follow the Lord like you. Пастор Анатолий, иди сюда. Pastor Anatoly. Возьми, пожалуйста, Максима.
Давайте мы встанем. Let us stand. Давайте мы прострем наши руки. Let us stretch our hands. И помолимся за этих прекрасных сыновей. And pray for these wonderful sons. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы в этот час стоим пред Тобой. Мы благодарны Тебе за вечную любовь, которую Ты возлюбил нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира. Мы благодарим Тебя за то, что во Христе Иисусе Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Отец, мы благодарим Тебя за этих прекрасных сыновей. Мы верим, что по воле Твоей они пришли на эту землю. Мы верим, что они не случайность, Господь. И мы верим, что они избранные Твои сосуды. Мы верим, Господь, что они благословены во Христе Иисусе. И мы верим, что у Тебя для них благословенный план и благословенная судьба. И мы сегодня их приносим на руках молитвы пред Твое лицо, к престолу благодати и милости Твоей. И мы сегодня провозглашаем Твои благословения в их сердца, в их жизнь, в их судьбы. Пусть защита Твоей крови будет над ними. Пусть Твои ангелы оберегают и охраняют их. Да будут благословены входы и выходы. Да будут благословены их дела рук. Отец, мы благословляем их здоровьем. Мы благословляем их мудростью. Мы благословляем их способностью, Твоим божественным страхом. И мы благодарим Тебя за все дары, которые Ты вложил в их сердце. Пусть они откроются во всей полноте для Твоей славы на этой земле. Мы провозглашаем, что они Твои служители, что они Твои помазанники, что они Твои сосуды, сосуды чести во имя Иисуса Христа и для Твоей славы на этой земле. Помоги им, Господь, в это последнее тяжелое время не бояться, не стыдиться Евангелия, но возвещать Твою истину на этой земле. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь это. Мы благословляем сердца их родителей, да будут они наполнены Твоей любовью, Твоей благодатью, Твоим миром, да будут они проводниками Твоей благодати, Твоей любви, Твоей истины, Твоего слова, чтобы их дети могли, взирая на их жизнь, подражать их вере во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что эти дети в Твоих руках. Мы благодарим Тебя за то, что Ты держишь их жребий, за то, что они исполнят Твою волю, прославят Тебя и наследуют вечную славу. Мы отдаем Тебе честь, отдаем Тебе хвалу и благодарность нашему Богу во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Поздравляем вас. We congratulate you. Будьте благословены. May God bless you. Будьте благословены. Присаживайтесь, пожалуйста. You may be seated. Сейчас еще у нас будет одна молитва. We're also going to offer another prayer. Слава Богу. Praise be unto God. Братья и сестры, вы довольны, что вы в Доме Божьем? Brothers and sisters, are you happy to be in the house of God? Когда вы утром открыли глаза, какая была ваша первая мысль? In the morning when you opened up your eyes, what was your first thought? Я всегда радуюсь о том, что Господь есть мой Бог. I always rejoice that the Lord is my God. Когда я жил в этом мире, when I was living this world, у меня все время была тревога на сердце. I always had this worry on my heart. У меня было столько проблем, что я даже не хотел утром просыпаться. I had so many problems I didn't even want to wake up in the morning. Но когда вошел Господь в мою жизнь, but when the Lord came into my life, и когда я утром открывал свои глаза, and when I opened my eyes in the morning, и сегодня это делаю. And I even do this to this very day. Я говорю, Отец, благодарю Тебя за то, что Ты есть. I say, Father, I thank You that Слава You Богу are. За Бога. So praise God for God. Народ Божий всегда радостен. The people of God are always rejoicing. У него всегда есть за что благодарить Господа. There's always a reason to thank Him. И все эти праздники Бог нам дает. And all these celebrations the Lord Неважно, has given когда unto наша us. Жизнь всецело посвящена Ему. So it's important for us to be dedicated unto У him. Нас есть одна семья молодая. We have a young family. Которая в браке прожила 10 лет. Who's lived in marriage for 10 years. Это семья Кураевых. This is the family of Кураев. Куяровых. Куяровы. Пожалуйста, пройдите сюда. So we ask Виталий. You please come up front. Виталий и Анна. Приветствуем вас, друзья. Мы рады за вас. We're very happy for you. Что вы есть. That we have you.
Дорогие мои, 10 лет и мало, и уже много. You know, my dear, 10 years, it seems like a lot, but not so much. Понимая в то время, в котором мы сегодня живем. Understanding the time we're living in. Вы знаете, я так думаю, что придет время, I know, I think a time is gonna come, когда в нашем лексиконе не будет слова «семья». When perhaps there's gonna be no word family in our language. И сегодня работа дьявола, and so the work of the devil, всеми силами разрушить то, что Бог создал. With all his might, he's there to destroy what God has created. И самое святое, что Бог создал на земле, and that which is very holy that God created on earth, это семья. It is family. Это место. This is a place где тебя любят, where you are loved, где тебя понимают, where you're understood, где с тобой могут разрешить всякие твои проблемы, problems may be solved, разделить всякую твою скорбь, any worry may be resolved. Это единственное место на земле. It is the only place on earth. Это семья. It's family. Поэтому я всегда говорю, so therefore I always say, два счастья есть на земле. There's two forms of happiness on earth. Господа, to know the Lord и иметь прекрасную семью. And have a wonderful family. И я верю, что благодаря Божьей милости, and I believe that because of God's grace, наши друзья прожили в браке 10 лет. Our friends have lived in marriage for 10 years. И я верю, что для них это очень важный момент. And I believe that this is a very important moment for them. Я знаю, какие трудности они сегодня переживают. I know the difficulties that they have endured. Имея еще маленьких деток, having small children, которых нужно растить, воспитывать, заботиться, who have to be raised and disciplined and cared for, и которые еще не всегда дают нам спать, who don't always allow us to sleep. Мы с женой 20 лет мечтали выспаться. My wife and I dreamed for almost 20 years to get я enough sleep. Я не преувеличиваю, 20 лет. 20 years, I'm not exaggerating. И сегодня мы имеем такую возможность. And so today we have that opportunity. О чем я хочу сказать, друзья? 20 лет — это тоже срок. Но дай Бог вам терпение. So may Lord во give всем. You strength. Но самое первое, and the first thing, чтобы никогда не вышел из ваших уст такой ропот. So that you may never proclaim, Господи, you... вот мы родили детей, а теперь вот столько проблем. That you may never proclaim with your mouth that, Lord, никогда we had these children. Никогда не скажите так. Скажите, Господь, Ты мне дал этих детей. You say, Lord, you've given и я me верю, these что children. Ты дашь мне мудрость и способность. And give us wisdom ты дашь мне финансы. And ability and finances. Потому что Бог, когда дает своему народу детей, Он всегда о них заботится. And God cares for His people. Прежде Его забота, а потом наша. First His care, then ours. Поэтому все отдавайте в руки Божьи. So therefore, give чтобы everything ваше сердце unto the Lord. Было спокойно. Я знаю, у вас проблем очень много. I know you may have endured но так скажите верой, Господь, мои проблемы – это Твои проблемы. But you say, Lord, my problems are your problems. Виталик, Аня, спите спокойно. So you may я говорю rest из опыта, easy. Ваши переживания вам не помогут. Your worry and anxiety will not help you. Только покой в Господе peace is only in the даст Lord. Вам успех. And God will give you во имя success. Иисуса Христа. In the name of Jesus. Давайте мы о них помолимся. Let us stand and pray. Отец, Твое имя благословенно. Мы благодарим Тебя за наших друзей, за эту семью, которую когда-то Ты создал. Когда-то Ты их нашел в этом мире, Господь. Ты соединил их сердца. Они сегодня знают Тебя, они сегодня в Твоем доме. И я верю, что они благодарны тем, что милостью Твоей они хранимы до этого времени. Ты благословил их детками, Господь, и мы Тебя за это благодарим. Господи, мы сегодня просим Тебя, благослови их сердца, благослови их как семью, чтобы то счастье, которое Ты определил для человека, живущего на земле, оно их сопровождало, чтобы они любили друг друга, чтобы воистину муж любил и уважал свою жену, чтобы жена почитала своего мужа, Господь, чтобы дети были послушны своим родителям, и мы об этом просим во имя Иисуса Христа, да будет восполнена всякая их нужда по богатству милости и славы Твоей, и все проблемы научи их, Господь, все отдавать Тебе, чтобы Твой святой мир сопровождал их, чтобы они спокойно спали, и утром просыпаясь с улыбкой в том, что они не сироты на этой земле, но есть Бог, сущий на небесах, который печется о них.
Аллилуйя! И мы благодарим Тебя за эту присутствующую благодать на этом месте, за Твое благословение, которым Ты благословляешь свой народ. Да будет имя Твое прославлено. Во веки веков живой Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. You may be seated. У нас сегодня есть гость. We have a guest with us today. Михаил из Одессы. It's Михаил from Odessa. Он посещает наше собрание порядка двух месяцев. He's been visiting us for about two months. И он постоянно приходил, садился вот там, вот сзади в уголочке. And when he would visit us, he would always just sit towards the back. И сегодня он поделится словом. And today he's going to share with us. Пожалуйста, брат Михаил, давайте ему поприветствуем. So we invite you. Let us greet him. Слава Господу, хочу сказать, прежде всего. Glory to God, before everything, glory unto Him. Yes. Хочу сказать, драгоценные. And I want to share with you. Драгоценные. Precious, precious people. Потому что вы дети Божьи. Because you're the children of God. Возлюбленные Господом. Loved by God. И вы любите Господа. And you love the Lord. Потому что вы на этом месте сегодня. Because you're in this place today. Я хочу сказать. And I want to say. Что это служение легальное. This is a legal service. Только слушайте меня очень внимательно. So listen to me very carefully. Скажите, кто это взял право такое делать заключение, легальное или нелегальное? Who has the right to say that it's legal or illegal? Легальное, драгоценное. It's a legal service. Потому что оно основано вот на этой книге Библии. Because it is based on this word, on the Bible. И скажите на это аминь. And you may say amen to that. Сейчас я продолжу, потому что сейчас я буду чуть-чуть предложениями. Потому что проповедуется в мире Иисус не библейско-евангельский. Because the Jesus that is preached in this world is not the Jesus of the gospel. И также проповедуется в этом мире, где мы живем, на пяти обитаемых континентах, Бог, но не библейский Бог. And also in these five continents, the God that is preached is not the God of the Bible. Потому что может кто-то сказать, ну какая разница? Аллаха, Аллах, Аллаха, кто изучал, знаете, происхождение Аллаха. Ну какая разница? Бог один. Но, нет основы библейской там. Нет, я проверял для себя. И вы для себя проверяете. And so some people may say, but there's no foundation. God has many different forms and names, and Allah is also a God. But I've checked in my Bible, and there is only one true God. Потому, драгоценные, наше служение легальное. Therefore, my beloved, our service is legal. Если я на протяжении двух месяцев был на ваших служениях, я много пищи получил для себя. And over the last two months, I've received a lot of spiritual food for myself. И я расту в Боге. And I'm growing in God. Я больше Его еще люблю. I love Him even more. Потому мы можем так оглянуться чуть-чуть назад, где-то со 2 августа мы слышали слово. Было просто слово, оно льется, только как сердца принимают его. Это очень важно. Потому мы можем видеть, как Слово Божье ложится в наши сердца по плодах, которые оно творит в нашей жизни. That's okay. And so we can see the working of the Word of God by the fruits that we bear with our lives. И мы можем посмотреть, я открою Слово Божье. And we're going to open up to the following scripture. Место Писания вам оно очень известное. Это 4 глава Евангелия Иоанна. And this is a very well-known scripture. It's John chapter 4. С 21 стиха по 23 по 24. Вы это хорошо знаете, я могу немного с памяти сказать. And so you know this scripture very well. Да, и мы слышали в этом зале на протяжении этих двух месяцев. And we've already heard here over the last two months. Что мы есть поклонники Бога живого Нового Завета, поклонники любви. Это было 2 августа, проповедь брата Анатолия. And there was a sermon on August 2nd by brother Anatoly, which said that we're the worshippers of a living God. Мы поклонники любви, мы любим Бога, мы это все делаем из любви, Господь. Я люблю Тебя, благоговею пред Тобой, чту Тебя, поклоняюсь Тебе всем моим существом. And we worship the Lord out of love and honor with all of our being. Потом мы слышали в
вторую проповедь подражайте вере их. Я конспект веду, у меня все конспект, вот здесь все выветривается. Но когда конспект, я могу перечитать на работе, в пути, дома, я усваиваю это, я усваиваю. And so I take very good notes when I come to church, so therefore I don't forget. So the second sermon that we heard is to bring... Принести... Вторая проповедь. Вторая проповедь, подражайте вере их, там 11 глава евреям. It was from Hebrews chapter 11, to be like the men of God. Yes. Потом мы слышали, построй себе ковчег спасения. И я сразу скажу... And then we heard another sermon to build an ark of salvation. Что брат Василий подтвердил, сказал, он не был построен с картона или с фанеры. And brother Vasily said it was not just built from, you know, cardboard. О, думаю, это истина, не This из картона. It was not just built from cardboard. Потом мы слышали, как один непослушный человек послушался Бога, then и we... Бог через него достиг многомиллионного города. Then we heard the story of another man of God that was able to reach millions in his city. Это Ниневия и Иона, вы знаете, я подтверждаю. It was Jonah. Очень контрастно было видеть. So a... Потом мы на последнем служении, перед этим мы слышали о посте и молитве. Брат Виктор нам очень хорошо сказал на личном примере, и какую работу делает пост и молитва в жизни каждого человека. And during the last service, we heard about fasting and prayer that Pastor Victor preached about. Ну, я забыл еще вас поздравить с 18-летием, церковь, дорогая. 29-го у вас было 18 лет. Это совершеннолетие. Я поздравляю вас. And so you also have, you've also celebrated your own jubilee. И давайте воздадим years. Господу славу за этих 18 лет. So let's give the Lord glory for the last 18 years. Что Он нашел людей, способных понимать истину и передавать ее следующему поколению. That he found the people capable of understanding the truth and passing it to the next generation. И в этой церкви есть будущее. And in this church there's a future. Есть будущее, потому что она миссионерская церковь. There's a future because it's also a church of missionaries. Она несет Евангелие там под мостами, здесь в парке. It brings the gospel in the parks under the bridges. Потому примите это поздравление от чистого сердца, драгоценный. So therefore accept this greeting. Потому что ты уже взрослая. Это не девочка 9 лет, 12, а 18. You've come to the fullness, you're 18, you're of age. Бог будет разговаривать с тобой по-серьезному, по-взрослому. So now God will talk to you like an adult. Иисус Христос сказал, что я создам церковь мою. Эти слова меня сразу, я создам церковь мою. And Jesus said in his word that I will build a church, my church. My, это его церковь, дорогая. It is his church. И мы должны очень быть внимательными, как я сказал, легальное ли наше служение. Оно легальное, я сейчас много скажу, ты потом передашь. Здесь что утверждается вот здесь, даже я сейчас вот стою, я осознаю это. Я знаю, каждое слово посеянное, оно имеет большущее значение. Или это детей приносится, или это... какая-то дата в браке, или это объявление о браке, или и вот эта вот кафедра, вот это есть провозглашение истины отсюда, утверждение этой истины. И пусть каждый из вас очень серьезно это воспримет. В каком смысле? Что это Божье дело, Бога живого это дело. So, and what we do here is a deed of God. It's a deed of a living God. The word that is proclaimed here, the services that take here, the dedication of the children, the blessing of the marriages, this signifies a legal service unto God. И вы скажете, откуда это я знаю? Можете проверять. Я на протяжении 40 лет проверяю. And you may say, how do you know this? But over the last 40 years I've studied this. И основа у меня вот моя рабочая 25 лет Библия 88 года, она со мной. And this is my working Bible for the last 20 years. It is always with me. It's my foundation. Я уже ее всю списал и пересконспектил и для себя, чтобы прославлять Бога. Notes all over it in order to praise God. И эта Библия, давайте, дорогие, о чем эта Библия? Давайте глобально, о чем она? And if we speak about the Bible, what is it about? Три пункта: о Боге, о человеке. It's about God, about a person. И о дьяволе. And about the devil. Локально, для меня лично. That's globally, but locally for me, personally. Бог, я. God and I. И ближний.
and our neighbor. Протяни руку к своему ближнему. Stretch your hand to your neighbor. Протяни, прикоснись, скажи и ближний. Бог, touch your neighbor. There's я God. И ближний. Бог, я и ближний. Это God, локально. Myself and my neighbor. Это мне лично. Вот. Глобально. This is more personal. О Боге, о человеке и о дьяволе. Фу, не хочу говорить о нем. And I don't even want to speak of the devil. Но. But. Но это враг наш. But he's our enemy. Откуда я знаю? How do I know this? С Библии. From the Word of God, from the Bible. Он есть враг Бога и людей. He's the enemy of God and the people. Он ненавидит дело Божье. He hates the works of God. Четыре пункта. Первое. Он обманывает невинных людей. Едемский сад. There's four things. He lies to the innocent people. Think about the Garden of Eden. Добавить надо. Обольщает и обманывает невинных людей. He lies and he is the father of all lies. He is deceptive. Он угнетает и разрушает доброго человека, Иов. He destroys and a righteous person like Job. Он вредит делу Божью, противостоит делу Божью и хочет разрушить дело Божье. Зарававель. He interferes and he rejects the works of the Lord. He wants to fully destroy them. Скажите, достаточно вам, что он враг Бога и людей? Is that enough for you to know that he is the enemy of the people and God? А мы в Новом Завете находимся уже. But we are now living in the New Testament. Уже в Новом Завете. We're currently in the New Testament. И если мы внимательны, то мы знаем, что 16 глава Иоанна Господь Христос сказал, что вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. And so we read in Mark that when Jesus says, here comes the Lord of this earth, but he has nothing in me. И изгнан вон князь мира сего, осужден он будет. And he will be casted out and judged. Я задаю этот вопрос, Господь, он осужден, ключи ада и смерти ты забрал. Он у тебя на поясе золотом, ключи от ада и смерти. Он их будет открывать, кто туда попал, и скажет, выходи, ключи ада и смерти. But Jesus has taken the keys of Hades and of life, so he holds the key. Почему тогда дьявол еще издевается надо мной? Просто я так скажу. So why does the devil still has this ability to torture me? Потому что суд уже вынесен ему приговор, но еще не приведен в исполнение, драгоценный. Because the judgment has already been ruled, but it hasn't come to its fullness. Всего-навсего. Посмотрите на 20 главу книги Откровения с 1 стиха по 10. And look at Revelation chapter 20. И увидел я сильно великого ангела, сходящего с неба. Раз. And I saw a great angel coming down from heaven. В руке которого very heavy chain. Очень тяжелая цепь, крепкая. Had heavy chains in his hands. Не физическая, не стальная, не... It was not a physical chain. Это все духовные вещи. These were spiritual things. И он схватил это древнего змея. Сейчас скажу. Древнего змея, который... Древнего змея, который есть дьявол и сатана. Ясно все сказано? Кого он схватил? Чтобы не перепутали. Каково, где, что. Сейчас еще раз скажу. И он схватил древнего змея, который есть дьявол и сатана. Вы знаете объяснение дьявол? И сатана, диаболо, диаболо, дьявол, сатана, противник Божий. Вот откуда я основу имею, что он враг Бога и людей. And so he captured, he enchained the enemy, who's the enemy of the people. Потому мы пришли сегодня в церковь. Что мы делаем? Мы делаем две вещи. Прославляем Господа. So therefore, when we come into the house of God, what do? We praise the Lord. Величаем Его. We glorify Him. И учимся. And we also learn. Иисус Христос что сказал? What did Jesus Christ say? Слушай и исполняй. Listen and then do. Я сижу здесь, в церкви. Слушай и исполняй. When I sit here in the church, I listen and then I do, I act. Выйду за эти ворота, двери, и сяду, буду дома. Действуй и поступай по слову. And so even when I leave this building, I am to do and act as the word tells me. То есть ученичество наше предполагает ученичество наше пред Богом предполагает ученичество и практику. So our discipleship, we learn and then we practice. Почему я и говорил, что локально для меня это Бог, я и ближний мой. So therefore, personally, it's the relationship is with God,
myself and my neighbor. Теперь посмотрите, Бог любит меня. So now look, God loves me. И Бог любит ближнего моего. And God loves my neighbor. И Он хочет, чтобы наша любовь замкнулась. Бог ближний, я Бог ближний. And He wants this love between us to be mutual. Если обрывается моя связь с ближним. And so when I break off this relationship with my neighbor. Вот это моя практика. Вот как я поступаю. Правильно? Две заповеди. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, разумением, крепостью, силами, всем, от подошвы ноги до кончиков волос. So и ближнего своего, practice. Как самого себя. Две. Just like the two commandments say, love the Lord your God with all your mind, heart, strength, and soul, and love your neighbor as yourself. Аминь. Amen. Давайте мы прочитаем слово. Хотя вы знаете, я бы не хотел терять время на чтение слова. Устно хотел бы сказать. Женщина говорит ему, Господи, Господи, что это за женщина? So a woman says to him, Lord, что это за женщина? Who is this woman? Господи, почему ты в полдень женщине, и еще и какой? Господи, почему ты женщине в полдень, и еще и какой? And so we're asking, Lord, why are you speaking to this woman? Только одной женщине. Only to this one woman. Сейчас, если ты не далека, 4 Иоанна, Иоанн. John 4. Да, yep. 4. Chapter 4. 21. Verse 21. So Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour has come when you shall neither in this mountain nor Jerusalem worship the Father. Дальше можешь прочитать, да? Вы знаете эти мука? You worship you that we worship for salvation is of the Jews, but the hour comes and now is when true worshipers shall worship in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship Him. Аллилуйя! Аллилуйя! 23 стих, я прочитаю сейчас, повторю. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев – это истина. Аминь. Вот в чем легальность служения от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таковых или таких поклонников Отец ищет в себе. For God is worship, seeking for worshipers that worship Him in spirit and in truth. Маленькая ремарочка и отступление от текста. Почему Господь такую важнейшую истину сказал о Боге и о поклонении Ему? Одной женщине у колодца Самарийского, ни ученикам, ни троим, ни двенадцати, ни толпе народа, ни семидесяти, ни 120, а сказал только одной женщине среди дня, наедине он сказал вот это слово, такое важнейшее. Я бы хотел сказать, Господи, почему ты больше не объяснила поклонение? So the question is, why did God ask this particular woman this very important question, or why did He explain to her what worship is? Not to His disciples, but He tells her that true worship is in spirit and truth. Теперь второй параллельный этому месту, почему среди ночи? And also another parallel scripture is, why is it that in the middle of the night, одному Никодиму, to one man, Nicodemus, фарисею, who was a Pharisee, ты такую важнейшую истину открываешь наедине и ночью? Почему не сказать ученикам и толпе? So you give him this important truth just him alone in the night, not to the disciples. Потому что, драгоценные, Господь дал нам разум, совесть, волю, чувства, тело, душа, дух, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Пожалуйста, проверяй. Он надеется, что ты будешь исследовать этот вопрос, исследовать Писание, and что God ты really думаешь через это, иметь жизнь вечную. Counts on us in order to be able to analyze and examine these scriptures. Потому вот почему церковь сегодня действует, почему мы сегодня в служении, почему мы сегодня слушаем. Пожалуйста, где ваши конспекты? Пожалуйста, где ваши Библии? So, пожалуйста, поднимите here. Библии, пожалуйста, so, кто имеет в зале Библии. You, о, аллилуйя, поднимите ваши конспекты. Драгоценные, пожалуйста, выйдешь в машину, сядешь, нажмешь на тормоз, и уже все вылетело с головы, что было на служении. My это beloved, правда. Because when you exit the church, you sit in your car,
everything leaves. So it's very important to take those notes. Почему? Потому что не выдержит наш мозг. Because our brain cannot contain all the information. И хорошо, что мы забываем. So it's okay for us to forget. But важное и главное забыть нельзя. But we cannot forget that which is very important. Если ты едешь в дорогу, if you're driving, что ты там портфель в сумку с собой взял, неважно, билет и паспорт. It doesn't matter what you packed in your bag. И виза или green card. It's very important to have your passport with you. Пожалуйста, драгоценные, я с юмором немножко, но это очень важно. Пожалуйста, пишите, конспектируйте. И еще хочу сказать, особенно тем, кто как я за 50. And I also want to share this with you, maybe those of you like me over the age of 50. Это даже полезно писать очень. It's actually very good to write things down. Вон, бери, катай. Пастор подарил ручку классную. Катай себе, переливай, промывай, очищай. A very nice pen, a fancy pen, so I take a lot of notes. Потому что because та часть мозга, the part of our brain, которая отвечает за писать, that is responsible for writing, может спросить тебя, ты что, уже мной не пользуешься? Can ask you what, you don't need me anymore, you don't use me anymore? Я тогда буду отмирать. Therefore I will die out. А нам это нельзя делать. So we can't do that. Нас должен здравый, чистый смысл быть. We always have to sane and a clear mind. Почему? Why? Потому что мы познали истину, истина сделала нас свободными. Истина делает меня свободным. Because we have known the truth and the truth has set us free. Аминь. Amen. Давайте скажем, слава тебе, Господь, за истину твою. So let us say, Lord, thank you for your truth. Слава тебе за Библию. Да, давайте рукоплесканием воздадим Господу. Let us give him a big hand. Аллилуйя. О, Господь, слава тебе за Библию, Господь. Lord, thank you for the Bible. Аллилуйя. За Библию спасибо, Господу. Thank you, Lord, for the Bible. Ну, продолжу дальше, дорогие. У меня два пункта, и очень много времени еще остается. Два пункта. Я их разделил, эти два пункта, но и потом они соединятся. Утверди свое основание веры. Ground your foundation in faith. Или же. Просто основание веры. Just your foundation in the faith. И потом, когда ты утверждаешь и еще один раз проверяешь основание своей веры, это перельется в то, что я сказал. Ты станешь, будешь утверждаться еще больше поклонником Бога живого. О, это важно так. And so when you're grounded in faith, you really establish yourself as a worshiper of a living God. Поклонник Бога живого, драгоценный. A worshiper of the living God. И я хочу сказать еще, что наша вера легальна. And I also want to say that our faith is legal. Легальная, знаете почему? And do you know why? Потому что она опять же основана на Библии. Because it is founded on the Word. И беспрекословно, великое благочестие, тайна. Сейчас я все скажу до конца. И беспрекословно, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, я все скажу, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедом в народах, в мире принят верою и вознесся во славе. Еще раз скажу, пусть, можешь пока не переведи. И беспрекословно, тайна нашей веры велика. So simply this, the mystery of our faith is great. Which is revealed through Jesus Christ. 1 Тимофея 3:16. He's a theologian. Вы можете проверить это. So you may even check this in the Word of God. Что тайна нашей веры велика. That the mystery of our faith is great. Вы знаете, почему наша тайна нашей веры велика? Что мы верим в Бога, который пришел в тело человеческое. And so this mystery is great because we believe in a God that came into the human body. Ну пришел ты в тело человеческое, ну оправдай себя. Нет, он оправдывает себя в духе. And so he redeems himself through the Spirit. Показывает себя ангелом. Здравствуйте. And shows himself, reveals to the angels. Ангелы не видели. Angels did not see. Не видели Творца своего ангелы. They did not see their Creator. Вот тогда они увидели. And then they were able to see. Даже один из ангелов был послан в Едемский сад, чтобы укреплять
Говорит, ты же создал меня, пожалуйста, не подведи это творение, которое Бог с Едемского сада, и которое дьявол увел. Пожалуйста, не подведи, я утверждаю, я укрепляю тебя. Пусть будут капли пота твои, как кровь, но ты выстой, устой. Ангел, ты меня, ты. And even an angel was sent to support Jesus in that time of prayer, to comfort him and support him. Мой стул, что я сделал, меня укрепляет. In order to strengthen me. Говорит, ну, пожалуйста, ну, ну, в таком смысле он укрепляет. Как ангел, ангел, созданный им же. So an angel that was actually created by him was sent to strengthen him. Вначале было слово. So we know in the beginning was the word. Слово было у Бога. The word was with God. И слово было Бог. And it was God. Бытие 1:1, Иоанна 1:1, первое послание Иоанна 1:1, и в Откровении вы все это найдете в Евреям. Он творец всего видимого. Он показал себя ангелом. And so he revealed himself to the angels. Но потом вы уже знаете, что он проповедан в народах. Вот это наш второй пункт сегодня я буду говорить. И брат Василий говорил, идите, и так черта подводится. И так черта. Теперь идите. Вот все, что было до этого. И and так. It says, therefore, now go. Идите и проповедуйте вот эту Евангелие, эту and preach this gospel, добрую весть. This good news. И там, кто поверит, крестится и так дальше. And those that believe will also receive. Это наш второй пункт в Новом Завете. Поклонники Бога Живого. И идут, несут Евангелие. Просто я несу внутри Евангелие все. And that is the second aspect of the New Testament, that I am the living word of, that I have the Holy Spirit in me. Inside. Inside of внутри me. Прямо я несу. И я ничего не говорю. Мое присутствие. А что ты такой особенный какой-то человек? Я не спешу никогда говорить. Когда-то спешил говорить. Я верующий. У меня Библия. I always used to be very hurried in my speech before, but not so much now. А теперь люди чувствуют. And now people feel. Потому что в нас есть тело. Because we have a body. Душа. A soul. And spirit. And our spirit. И наш дух, он выдает нас. Что ты не такой. It reveals us. Что ты такой вольфрам какой-то. That something may be a little off. Такой сталь такая, 45 не выше. Литейщики знают. Made of different building material. Тут такое закалка такая. Аллилуйя. 77-го года он закаливает меня. From 1977 he's strengthening me. И я согласен. And I agree. Я поднимаю руку мою к небу и говорю: Господи, продолжай. And I lift my hands unto the Lord and I said, Lord, continue. Когда я говорю так? When do I say this? Когда он меня до красна накалил. When he really examined me. А потом в холодное масло, oil. Oh, and then he dumped me in oil. Cold. Cold oil. А я говорю: ва! And I get scared. А он говорит: ты ж говорил. And he said, you told me. А я говорю: да-да, Господи, продолжай. And I say, yes, Lord, continue. И он опять меня до красна. And so he's able to really test me. Ну, вишневый цвет. Oh, so he's testing me in a way that he places me, I get really hot and he places me in oil. He fries me. И я вот тогда кричу. And then I begin to scream. Но потом поднимаю руку и говорю: Господи, продолжай. And then I raise my hand and I said, Lord, continue. И он продолжает. And he continues. Потому что у меня четыре племени сзади там. Because I have four generations behind me. My mother and my father. My mother, my father. Дальше туда. And so on and so forth. And еще туда. И я нахватался от них, вот, soul, my кровь, моя кровь. And so everything I have from my, you know, forefathers, my blood. Напитала моя кровь. Which is within me. Такие у нас. And so you know the structure of the brain. Знаете, как тяжело вычистить это все там? You know, it's very hard to clean it. Это не прямая труба там. All the foldings of the brain, it's not just a straight pipe. И с этой стороны тоже. And so from the other end too. За правую сторону отвечает. So there is the left and the right side. И это за левую. And so this, the right side is responsible for the left side. Чтобы давать на дело Божье. So that we're able to give unto the works of the Lord. Левая сторона напротив сердца. Then the left side is towards the heart. Правая сторона логическая, левая. Then the right side, which is responsible for logic. Чуть-чуть отклонение.
Господи, благослови нас дальше. Продолжай дело Твое, начатое в нас. Продолжай, Господи, Святый Боже. And so we say, Lord, continue the good work that you've started in me, the holy work. И я сегодня вот здесь. And so here I am today. Утверждаю это. And I'm establishing this. I согласен с этим. And I even agree with this. Agree. Yes. Я согласен, Господь, я хочу, продолжай. Не выпусти меня из руки своей. And I said, Lord, do not let me go out of your hands. Continue. Я глубже говорю. Вы знаете, что говорю? Ой, извините, я что-то мое пошло. And I even speak deeper. I don't want to just say I about me. Я говорю, Господи, ты не имеешь права меня бросить на полпути. And I said, Lord, you don't even have the right to leave me halfway. Кому я нужен в этом мире? Who needs me in this world? Ты ж меня вот таким создал. You've created me as I am. Ты мне дал разум. You gave me a mind. Вот тот, что я говорил вам. That mind which I spoke about, a lot of foldings. И ты мне дал чувства. And you've given me feelings. И ты мне дал волю. And you gave me a will. Волю, разум. Сейчас я скажу. Потому что у нас есть в мире система ценностей. Сейчас я все... Да, скажи это. So in this world we have a system of values. Система ценностей вот в чем. Давайте два живых примера. Живых. And so here is the system of values that we experience in this world. 70-й год. In 1970. Родился мальчик. A boy was born. 13. At the age of 13. Родители сильно заняты, чтобы пенсию себе хорошую сделать. Работают. The parents were very busy because they needed to build a retirement plan. А этот мальчик попал в зависимость наркотическую. So this boy was stuck in drug addiction. Высох, скрутился. He completely dried up, everything fell apart. Желудка уже нет. There was nothing inside him. He was не чихает уже. Health. He was not able to read. Все, нет человека. There's no more person. А церковь молится за него. But the church is praying for him. Господи, Женечку спаси. Dear Lord, save Женя. Где-то, может, 3 месяца мы молились. So for about 3 months we prayed. Кто верил, кто не верил, и уже надоело немножко. And so some believed, some did not believe, some grew tired. Но сила молитвы, дорогие. But the power of prayer. Он потом все рассказывал. And then he testified of this. Говорит, подобно большущей воронке, которая за каждым витком ближе, 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 ближе. И говорит, уже я вращаюсь на последнем витке, и ад вижу, клокотит, и уже слышу, моя смерть подошла. And so he saw this great whirlpool that was just sucking him in, and he saw his death and his end coming near. Но Господь всемогущий. But God is a mighty God. Слышит церковь. And he hears the church. Не буду дальше. Сегодня он многодетный отец, бизнесом занимается, прекрасная жена, живет в Одессе. Today he has a wonderful family, he has many kids, he has a great business, he lives in Odessa. Это сила, драгоценная. That is power, my dear. Это система ценностей, я к разуму нашему говорю. Система ценностей. The system of different values. Попробуй, вколись, попробуй, покури. Just try, try to inject, try to smoke. Кто это? Who is this? Дьявол, враг Бога и людей. That is the devil, the enemy of God and the people. Убийца и лжец. He destroys and he lies. Украсть, убить, погубить, разрушить, разбить. He came to lie, steal, kill and destroy. Как так? And how so? Адама, глина. И с этой Адамы сделал Бог Адама, и он с глины, и Бог ему дал владычествовать, волю, совесть, разум. Как так? Его зависть скрутила, и он подошел. А в самом деле ли? Обольщать, обманывать, воровать. And so he even came to Adam, which was made, you know, out of clay, and so he came to also kill, steal, and destroy him. И вот эта вот зависть, вот, но дьявол поражен. And so this jealousy was working against them, but the devil is overcome. Мы в Новом Завете уже. Because we are in the new covenant. Ждем исполнения суда над ним. And he's defeated, so we're waiting for the judgment. Схватил этого дракона. So he grabbed onto this dragon. Сковал его, бросил в бездну, закрыл, замкнул и запечатал, чтоб не обольщал народы. And so he's going to chain him so that he no longer decepts the people. Потом я читал дальше, сказал, Господи, зачем? Боже, зачем? А Господь говорит, Миша, Михаил, не мешай. And so then as I read further, you know, I felt the voice of the Lord said, Миша, do not disturb. Не мешай, почему?
дай я доведу дело мое до конца с ним. И выпущен был. Почему? Я говорю, Господи, зачем его выпускать уже? Бери прямо с этой темницы его в озеро огненное. И enough, конец ему. And I said when I was reading this in a revelation, Lord, why did you let him out? Why did you, you know, let cast him out? А Господь никого не угнетает. But the Lord tempts no one. Он даже с дьяволом ничего не ему не прикословит ему ничего. Он просто делает свое дело. And so the Lord just does his work. Потому что он разоблачен был через человека с большой буквы, Иисуса Христа, Спасителя. Because he was overcome through the power of Jesus Christ. Разоблачен был. He was fully opened, revealed. Он на Голгофе. На Голгофе первый раз был признан убийцей. So on Calvary he was known as the murderer. У меня время уже истекает, я буду заканчивать. Закончу на том, драгоценный, что мы, and so I want to finish with the following, поклонники Бога живого. That we are the worshippers of a living God. И если бы Бог запретил нам не хвалиться Его милостями физическими, душевными и духовными, запретил бы, если бы Господь нам хвалиться Его милостями для тела, для души, для духа, то нам было бы очень тяжело исполнить эту заповедь. And if we were forbidden to be able to boast about God's grace and mercy, it would be very difficult for us to fulfill this commandment. Потому что мы любим Бога. Because we love God. И поклоняемся Ему. And we do worship Him. И будем продолжать этому учиться. And we will continue to learn in this. Вместе с прославителями. Together with the worshipers. Которые стоят на сцене. That stand here on stage. И я хочу сказать, драгоценные, будьте внимательны всегда к левитам. And I also want to say, pay very close attention to the Levites. Потому что эта хвала, она должна разлиться по залу. Because this praise, it is to be outpoured to this audience. И потом она должна быть второй волной ударить на сцену. And then it must come as a second wave onto the stage. И они, левиты, это услышат, почувствуют. And even the worshippers, they will feel this, they will know this. Что умножилась хвала. That the worship, the praise has multiplied. Потом будет вторая волна. And then there's a second wave. Не молчите, пожалуйста, в зале. Do not be silent. Это моя просьба, я сам такой. Я не молчу и не буду молчать. Никогда. Never keep дышу silent. Вот здесь, вот дышу. Сердце горячее, бьется кровь. Буду славить Господа вовеки. My heart is on fire and I will always praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Давайте мы скажем за эти два пункта, Господи, спасибо Тебе за основание веры нашей библейско-евангельские. And so let us thank the Lord for these two points so that we can praise Him for the foundation of His truth, the truth of the gospel. И потом скажем, Господи, Дух Святой. And then we can say, Lord, the Holy Spirit. Знаете почему? Господи, Дух Святой, Ты сегодня здесь, Ты первый, я к Тебе обращаюсь, Ты даешь покаяние, Ты обличаешь в грехе, Ты защищаешь, Ты покровительствуешь, Ты приводишь меня к Иисусу. Господи Иисус, Господи Дух Святой, научи меня быть поклонником Бога Живого. And let us also thank God for the Holy Spirit that convicts us, that also redeems us, teaches us, and so let us come into the presence of the Holy Spirit. И второе, я потом обращаюсь к Иисусу, говорю, Спаситель, Сын Божий, посредник между Богом и человеками. And then I look into Jesus Christ as He's intermediate before God and I. Представь мои молитвы пред Богом Отцом. Bring the prayers between me and my Father. Во имя Твое. In Your name. И таким образом моя легальная молитва. And so in such a way this is a legal prayer. Я могу спокойно сказать, как Илия сказал. And I can say just like Elijah said. Господи, я раб твой и сделал все по слову твоему. I am your slave and have done everything according to your word. Я больше ничего не могу придумать. I can't think of anything else. Или приложить к этому. Or add anything to Или that. Или колоть word. Себя, чтобы кровь лилась, чтобы ты обратил внимание. I can't do anything for you to draw more attention on me. Нет, по истине твоей. According to your truth. И мы давайте за эти два пункта скажем Господу. Господи, я твой поклонник и на твердом основании библейско-евангельском стою. И чтоб прославлялось Твое имя, Святое. Давайте поднимемся на наши ноги. И поклонимся Господу, и прославим Его. Господь, Спаситель наш милосердный. Мы благодарим Тебя, Господи. Сегодня, 20 сентября, Господь, свежесть нашего поклонения Тебе здесь и сейчас, Господь.
Здесь и сейчас мы поклоняемся Тебе, Господь драгоценный. Благодарим Тебя, что Ты Бог наш, что Ты спас нас, Господь, что Ты оправдал нас, что Ты, Господь, простер руку Твою над нами, Иисус, что Ты ведешь нас и руководишь, и доведешь нас до конца этих 10 дней сентября, Господь, и начала октября, Господь. Я только с Тобой хочу, без Тебя не могу и не хочу, Господь драгоценный, потому что Ты источник жизни. Поведи нас дальше, до 15-го года, до конца, Господь. И сколько Ты каждому из нас продлишь жизни, Господь, чтобы мы были послушными Тебе, Иисус, покорными Тебе, кроткими, смиренными, учениками Твоими, Господь. Учились от Тебя, как Ты сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Научитесь от меня, Господь. Я хочу этого. Помоги мне, Отец, Сын и Дух Святой. И мы во имя Иисуса молились, прославляя Тебя, Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу славу рукоплесканием. And let us give God the glory. Садись. У нас нет времени, поэтому перевод он половину заберет. Хорошо? Мы должны быть flexible, да? Двигаться в духе, поэтому как бы независимо от того, что я запланировал на час, как это было немного договорено, уже с самого начала, мы не должны ждать конца собрания или когда проповедник выйдет, уже с самого начала Господь говорил к нашим сердцам. Аминь. И с самого начала, когда мы пришли сюда, брат, который выходил, молился прямо вот реально, так вот такое присутствие Божие было сильное, Дима. В его словах можно было слышать это Слово Божие, которое было к сердцам, оно было в духе. Аминь. И брат выходил перед жертвой, Василий, пастор Виктор, все практически уже говорили нечто, брат который. И мы должны понимать, что Господь делает в церкви, когда мы приходим сюда. Господь хочет нам наполнить Евангелие. Аминь. Потому что написано, что Евангелие, что это? Это сила, да, для спасения. Потому что жизнь, знаете, может окружающие обстоятельства могут разрушать нашу веру. Влияние общества, в котором мы живем, оно может разрушать нашу веру. Поэтому, приходя в церковь, когда ты идешь сюда, написано, приготовь свое сердце к слышанию. Аминь. Приготовь свое сердце. Для чего? Потому что Бог хочет укрепить веру. Мы видим, что сегодня совершается. Кто смотрит ньюс, там сегодня вы знаете, что провозглашаются разные эти странные ценности, наклонности. И сегодня мы видим, вот не так давно был такой случай, когда женщина просто отказалась подписывать этот гей-сертификат. Помните, да? Кто это видел? Это было бум на всю Америку. Вы знаете? И в этот момент, что происходило в жизни этой женщины? Ее никто не знал. Дело не важно, знаю это я сейчас, не важно, я не об этом говорю. Я говорю о том, что проверялась ее вера. Аминь. Наша вера, Господь проводит нас, вводит иногда нас в некоторые вещи, где будет проверяться наша вера. Аминь. И я хочу сказать нечто о вере, несколько слов. Вера, знаете, очень часто, знаете, наверное, я сам как бы вырос в движении, как бы что ли, в новом, что ли, много лет в России, новые церкви и так дальше. И там очень много проповедовалась однобокая вера, что вера – это вот победа. Если ты что-то ждал, молился и не получил, как бы вроде как не получил, то значит, у тебя была слабая вера. А вот он получил, видите, все. Вот он стоял, молился и не получил, и дочь у него умерла. Значит, слабая была вера. А вот он и получил. Но когда мы читаем о характере веры, мы начинаем видеть, что вера – это, во-первых, не результат. Ты слышишь, о чем я говорю? Вера – это даже не тот результат, на который ты надеешься. Вера – это то, в чем ты стоишь. Аминь. И когда мы читаем о героях веры, написано, некоторые побеждали царство, а другой был перепилием написан. Он что, жить не хотел? Нет. Когда мы читаем про Даниила, мы видим такой характер. Когда он пошел, ему что, Бог сказал, что заходи в огонь, я тебя спасу? Нет. А что? Он стоял на обетовании Божьем. Я знаю Господа, я не могу от Него отречься. А дальше что? А дальше, как будет, так будет. Аминь. Что Бог допустит, так оно и будет. И он вошел и увидел Сына Человеческого. И я хочу сказать, сегодня многие из вас, вы являетесь героями веры.
Может, я вас не знаю, я хочу сказать, что Бог о вас думает, что вы герои веры. Аминь. Когда сегодня все живут не поистине, а ты сегодня противостоишь этому, а ты не говоришь, что вот так те живут, все живут, а ты говоришь, так говорит Писание, Бог тебя почитает как героя веры. Это женщина, которая сегодня вызов сделала. Ее никто не знал, она была простая домохозяйка, но у нее была простая вера, она верила в Иисуса. И вот представился такой момент. Она сама того не понимала. Пришла на работу, просто пришла на работу. Она не выходила, может быть, никогда за кафедру. Она не была проповедницей, она не была великой. Ну вот она пришла, и вот ситуация. Открывается дверь, камеры заходят, толпа реально. Вы знаете, когда происходило, кто видел? Реально просто искушение, вызов такой наглый и так дальше. Все, снимай, сейчас посмотрим. Было видно, как она металась. Она сказала, я это не сделаю. Вера, которая во мне, не позволяет мне пойти на этот компромисс. Аминь. И когда ей предлагали, знаете, есть христиане, такие предлагают, что, ну, вы знаешь, ну, сейчас время такое и так дальше. Она сказала, я пойду в тюрьму. Но я не отрекусь от своих убеждений. Ты сегодня жена. Тебе сегодня говорят, прекрати, может быть, молиться за своего мужа. А ты молишься. Философия сегодняшнего времени, она формирует выгоду. Зачем? Тебя еще, может, ты еще 20 лет проживешь, 30. Сменишь мужа, и тебе будет все хорошо. Вот видишь, та поменяла. А ты понимаешь, что развод – это грех. И Писание, твой Господь Иисус, Он тебе говорит совершенно другое. И ты стоишь на этом обетовании. Я тебе хочу сказать, твой муж, он может и не покаяться. Но в глазах Божьих ты герой веры. Ты знаешь почему? Потому что ты стоял на обетовании Божьем. Аминь. Ты сегодня молилась за своего сына, за свою дочь и получила ответ. Аллилуйя, Господь почтил. Господь ответил, это чудесно. Но кто-то стоял и молился, и не получил ответа. И сегодня у тебя много вопросов. Это нормальный момент, мы все люди. Почему, Господь? Почему Писание говорит о том, что тайное принадлежит Господу, открытое сынам человеческим? И у тебя много вопросов, но ты не можешь же отречься от Бога, которого ты имеешь. У тебя много вопросов. И ты говоришь, Господь, я приду написать, спрошу. Ты знаешь, что на этой земле Бог на многие вопросы тебе мне не ответит? Знаешь об этом? Знаешь? У тебя и у меня нет другого пути, как двигаться за Господом. И Он будет проводить через разные времена, через разные обстоятельства. И в нашей жизни будут и хорошие моменты, и плохие. Разные трудности, на которые, может быть, ты не получишь даже ответ. Но ты не ставишь условия Бога, как это бывает люди делают. Я пришел в церковь, я не знаю, я здесь ничего не получил. Зачем мне такой Бог? Это видно, что человек никогда с Богом не встретился. Если человек встретился с Богом, и у него Он Господь, он может в жизни встречаться с многим непонятным. Но он будет говорить, но я не могу отречься от того, кого я знаю. Аминь. И вот эти люди, о которых написано, они подходили к огню, и кого-то сжигали, а где-то Бог милость являл. Кого-то умишляли, Бог воскресал. А некоторые не воскресли. Но это были герои веры. В чем заключалась вера? Я знаю моего Господа. И то, что я знаю, я от этого не могу отречься. Аминь. Что я хотел бы посоветовать каждому из нас? Без силы Духа Святого, без взаимоотношений с Господом, мы ничто не сможем сделать. Наша вера, она будет колебаться. Когда мы читаем Священное Писание в Ефесянам, апостол Павел пишет такие слова. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Аминь. Чтобы иметь победу, чтобы иметь иногда вот эту силу для победы, нужно ходить в духе. Есть вещи, где просто разум наш не поможет, тебе нужно просто слово. В последнее время все больше и больше мы там рассуждаем, и когда ты открываешься к Духу Святому, Он говорит, потому что Он был послан нам как помощник. Аминь. Вот сейчас вот
авария у брата произошла. У меня тоже авария произошла. Я даже не знаю почему, но я рассуждаю. Я не могу это выразить, но где-то внутри интуитивно, примерно так, могу для себя сделать заключение, почему это произошло. Вот перед этим в России я был, вот. Первый раз, 20 лет в России в служении, у меня никогда такого не было. Там сколько исколесено это, день и ночь. Ну да, был один случай, когда один раз там меня товарищ перевернул. Вот я когда рассказывал, там давно это было, когда еще с семьей там жил. Вот. Ну и так чудесно было, как будто бы ангел так приземлил. И в этот раз тоже так раз выезжаю, и случилось. Именно в этот угол, что вот сейчас машина вот здесь была разбита. И ты знаешь, эти люди, которые ехали, врезались, вина, по сути, была моя. Я не стал спорить, взял вину на себя, как бы по той причине, что больше была моя. Там меня, ну, закрыли, там, подрезали, я не увидел, нос высунул, вот пока глядел. Они отъехали, тут меня врезались, ну ладно. Они так, их как крутило, они так очень быстро ехали, там, отдыхающий, молодой пацан был 20 лет за рулем. Их так крутило, и они так выскочили навстречу, и там несся здоровый грузовик груженный. И я прямо это видел, потому что меня как бам, я раз и стал, смотрю, а их вот так носит. И он молодец, молодец. И он такой принимает право обочину, и прям по обочине. И они в него еще, бабах! Вот если бы он не съехал, они в бок его дали, а просто под колеса. Honda Fit, вы знаете, что такое, это консервная банка. Ну, по сравнению с этим траком, это реально, вы знаете. Я вышел, увидел все вот это. Было, конечно, было о чем порассуждать. Вот, что и как. Вот. Многие вещи случаются в жизни. Но тем не менее, когда мы внимательны и рассуждаем, Господь может нас двигать. Может, и чего-то Он сохранил. Может быть, что-то через это хочет сказать, остановить от какой-то суеты, на что-то сфокусировать. Где-то, может быть, самодовольство, самонадеянность какая-то. Бог, когда мы над всем рассуждаем, Он открывает. Аминь. Это очень важно. Без руководства Духа Святого в жизни, это очень, как бы, знаете. И Писание говорит, что открывайте свои желания перед Господом. Но когда мы открываем свои желания перед Господом, нужно слушать. Иногда, когда мы открываем, и Господь хочет нас вести. Мы должны, когда открываем, обычно мы открываем свои желания где? Ну, можем так вот просто идти, разговариваешь. Это тоже одна из форм молитвы. Но очень часто, когда мы просим что-то у Бога и открываем желание, там мы не слушаем, что Он говорит. Бог хочет сегодня нас, друзья, повернуть к слышанию Его. Очень часто, не обидьтесь, мы используем молитву как мантра. Кто вот с колдовскими делами, может быть, знаком или, ну, изучал эти вещи, не то, что изучал, я имею в виду, касались или знаете, мантра это, слово какое-то, какие-то заклинания, которые люди используют, когда приходят к этим хиромантам, они говорят, используй это слово, говори, вот, и там туда-сюда, у тебя будет защита и так дальше. Ну, вся эта вот чушь. Вот это. Но она реальная в том мире, по той причине, когда люди живут под покровительством того мира, оно существует. Вот. Но молитва, когда ты молишься, друзья, когда мы молимся, как мы относимся к молитве? Вот ты пришел в церковь, говоришь, я молился, я Богу все сказал. А может, Бог что-то хочет тебе сказать? Вот в чем вопрос. И мы иногда упираемся на то, что вот я много молился. Я сказал церкви, но если церковь молилась, значит, Бог услышит. Послушай внимательно. Есть много то, что Бог в нашей жизни хочет совершить через нас, хочет совершить в нас. Бог хочет сказать нам нечто, чтобы мы совершили. И то, о чем ты молишься, оно разрешится. Оно разрешится. И многие вещи решаются очень просто. Многие сегодня, может быть, какие-то проблемы семейные, вас я не затяну. Семейные проблемы. Ты приходишь и говоришь, я молюсь о том, я хочу, чтобы Бог изменил жену. Я хочу, чтобы... Я уже всем сказал, я звонила туда и так дальше. И вот мы собираемся, сегодня будем собираться, будем опять молиться мужу, чтобы он покаялся и так дальше. Послушай, мать, а может быть, это в какой-то мере и есть кроха. Но я тебе скажу, если ты будешь внимательна к Духу Святому, Дух Святой тебе, во-первых, скажет нечто делать. И, может быть, эти несколько слов, может, несколько действий, которые сегодня, может, являются разрушением всех этих вещей. Ты, может, даже этого не понимаешь. Но если ты прислушаешься этого, это выглядит оно духовно.
Я могу сейчас приходить, мы будем пробуриваться в небеса, кричать, связывать бес, аллилуйя, все. Это очень хорошо звучит. Это красиво звучит, это мощно, это по-духовному. Но ничего не произойдет, если ты не сделаешь то, что Бог хочет, чтобы ты сделала или сделал. Аминь. И Бог хочет нас сегодня возвратить к Его слышанию. Не так давно, в этот раз, в одной семье у нас там у служителей была такая проблема. В семье. Ну да, парень там немножечко где-то какие-то вещи неправильно делать, с этим понятно. Вот. Но она, привычка у ней принимать решения, которые не благословляет он. В кредиты залезла. А почему ты залезла? А я знала, что он не разрешит. Понимаете, да? Чисто реально уже целенаправленно непослушание, такая манипуляция. Я знала, что не разрешит. А сейчас же кредиты. Ты с дочками посоветовалась, а с ним не посоветовалась. Ну, он меня вообще ничего не понимает. И мне я рассуждал, ехал, и Господь говорит, скажи ей, она должна почтить его как мужа. Я это сказал. И на какое-то время у нас прекратилось отношение. Это же, представляешь? Это же прямо, это прям конкретно. Вы понимаете? Это легче так. Давайте как-то будем молиться, и Бог как-то совершит, и эту проблему решить. Я не знаю, может, кто-то так делает, но я человек конкретный. Вы понимаете? Есть вещи конкретно. Ну прекрати это делать, и прекратится скандал. Какие вообще молитвы? Аминь. Место дьяволу прекрати давать, и все. Зачем его гнать? Там же написано. Но это выглядит духовно. И она тоже такая молитвенная, она не послушала, пошла туда, она ходит, книги читает и так дальше. Я сейчас не против женщин, я люблю вас. Ни в коем случае. Просто пример такой. И я ей говорю, ты благословенный человек. Благословенный человек. Она любит Бога, ищет. Но в данном случае, вот прекрати это делать, я знаю. Я знаю этого человека 15 лет. Он пришел в реп-центр первый, один из первых к нам. Я помню еще первый этот реп-центр. Я его помню, я его знаю. Все эти годы я его помню. Я видел, как он рос, как мы его растили. То, что он делает, это его проблема. В нем есть упорство. Но то, что он делает, это вызов. Это красный свет. Это вызов. Он тебе заявляет о себе. А, ты меня не слушаешь? Ну, тогда держи. Пошел, напился. Понимаешь? И когда я с ним разговариваю, он говорит, а я не знаю, что делать. Я говорю, и что ты этим доказал? Да ничего. Да, глупо поступил. Ну, мне вот так. Ну, понятно. И ты знаешь, и когда я сказал ей, ты мудрая, сильная женщина, но пойми, ты вышла замуж. Есть вещи, прекрати говорить о нем негативно. Может, реально он в чем-то и не успевает. Прекрати слова говорить своим подругам. Он у меня ничего не решает. Мой муж в семье не лидер. Может, он внешне не лидер. По Писанию он лидер. Аминь. Это порядок. И когда ты подсчитаешь его, даже просто спросить, Коль, как ты считаешь в этом случае? И когда он тебя на это благословляет, и говорит, дорогая, ну, если ты в этом деле больше понимаешь, я тебя благословляю. О, это благословение. Бог на твоей стороне. Аминь. Но когда ты своей умностью ломаешь, ты идешь против Духа Святого, ты идешь против Христа. И то же самое, что я сейчас сказал, можно говорить и о мужчинах. Так вот, любая ситуация, о которой мы сейчас говорим, ты в ней задаешь вопрос, и Бог будет нас руководить. Мы взрослая церковь, аминь, мы очень много слышали, аллилуйя. Бог хочет нас вводить в свое призвание, в свое предназначение, говорить о даре, который у каждого из нас. И последнее, что я хочу сказать. Слышание и развивание в себе, слышание голоса Духа Святого очень сильно, очень важно в нашем призвании, предназначении. Многие люди уходят из церкви, бывает. Когда спросишь, а что ты ушел? Я понимаю, если человеку конкретно Господь сказал, иди открывай служение. То, конечно, он пойдет, у него будет успех, потому что если Бог сказал, Бог вдохновляет, Бог ведет. Бог поддерживает этот дар, Бог подкрывает, неважно, три человека тебя поведет там, служить там, под мосты, там, да хоть куда, служение различное, аминь, дух один и тот же. Но если Бог повел, он будет с тобой. Но если ты еще в это не вошел, и ты реально задаешь вопрос,
А тебе Господь это говорил, как ты? Ну, я не знаю, не считаю, если ты не уверен. Я тебе хочу сказать, лучше оставайся под покровительством. Аминь. Оставайся под покровительством и расти. И церковь поместная, она призвана для того, чтобы развить в нас нечто. Да, конечно, многие здесь, которые вы годы служите Господу, это чудесно. Но задай себе вопрос. Может быть, это всего лишь направление в то призвание, к которому ведет тебя Господь. Я еще раз говорю, церковь – это колыбель, где мы вырастаем. Аминь. И ты растешь. Может, то, к чему ты притронулся, уже, может, нужно оставить для того, чтобы прийти в большее. Может, ты привык по той причине, что ты поставил стиль жизни такой, что то, что Бог тебе предлагает, оно не как-то не кооперируется с этим. Тебе придется много оставить, чтобы войти в свое призвание. Аминь. Это то, о чем сегодня тоже нужно рассуждать нам, как церкви. Но это понимание, оно приходит тогда, когда мы задаем вопрос перед Господом, и Бог в духе нас будет учить. Аминь. И последнее. Когда мы открываем свои желания перед Господом, 4.6, написано, открывайте свои желания. Перед тем, как сюда поехал я в Россию, я рассуждал, Господи, мне нужен пару специалистов. Там нужно было строить дом. И у меня был один специалист. Вот остальные братья, ну так, хорошие братья, но они не могут строить. И вот ты вот рассуждаешь, вот заметь, не надо переживать, не надо что-то дергаться, есть времена. И Господь вот раз на сердце успокаивает. Я в свое время все тебе дам. Я так приезжаю неделю, мы там построили ворота, там конференция была, пасторская, служителя, ездили по России, где-то через неделю. Я приезжаю, три человека приходят в реп-центр. И эти три человека никогда не сталкивались с Господом. Послушай, никогда. Вот бывает, приходит, он был в том реп-центре, в наркоманском, там в том, бывает целая такая, знаешь, люди плавают, как вот бывает, по церквам ходят. Я не против, что вы ходите по церквам, я сам хожу, это нормально, не надо превращаться в секту, но тем не менее ты должен знать свой дом. Аминь. Да-да, нужно знать свой дом, покориться воле Божьей, покориться служителям. Да, они люди, я сам иногда бормочу там недовольства какие-то, но я их почитаю, уважаю, потому что это люди, которые Бог поставляет в старшинстве. Там я для кого-то старше, здесь они старше. Это нормальная вещь. Аминь. И я много обижался. Я сейчас помогу тебе. У меня были такие моменты. У меня реально есть много о чем рассказать. Я миссионер не по книжкам, я на практике. Могу рассказать, что такое реальное миссионерство. Это большая разница, когда ты просто съездил в гости на неделю, тебя повозили на машине и положили спать. Или когда ты приезжаешь, когда тебя там никто не ждет. Когда ты начинаешь реп-центр на новом основании вообще. На голой земле. Или церковь в деревне. Берешь с собой пару таких ребят, которых вы здесь бы слушать не были. А их слушают, и они начинают церковь. Понимаешь? Я как бы такой человек. Это, ладно, интересно, с миссионерством такая вещь. И вот, знаешь, я такой, прихожу, три человека. Откуда? Они никогда Господа не знали. И такой момент, ты знаешь, вот как будто бы, вот видно, вот и в духе, вот оно. Один 10 лет, как жену потерял, вот там сын, который сказал, что ты мне не нужен, ты мешаешь мне жить. Он бомжевал. Шел просто человек, служитель у нас, и наткнулся на него. Вот так, знаешь, Господь обратил внимание. Будь внимателен. Бывает, Господь обращает глаза, внимание, вдохновение дает. Будь внимателен, аминь. Мы же сосуды Божьи, аминь. Мы ходим по этой земле, исполняй, Бог хочет. Вот так вот раз, и уткнулся. Чего ты, братишка, как, что? Да вот так, пойдем к нам. Да пойдем, мне терять нечего. Пришел. Он говорит, ты знаешь, я вот как в свою семью попал. Вот сегодня я не смог смонтировать ролик. Крещение вот преподали буквально через месяц. Как огурчик, помолодел. Точно, женим скоро. Другой такой же, 25 лет отсидел. Ты был когда-то? Нет, никогда. Понимаешь? И что интересно, они все могут. Я материал им закупил. Они за неделю, такой гостевой домик сбабахали, 4 на 6, ну, нормально. Он как бы будет как молитвенная келья, знаешь, в центре люди, помолиться, уединиться, это хорошо.
И одновременно гостевой домик. Вот, гости приехали, раз, супер просто. Я вам покажу, просто вот за неделю забабахали, чух-чух-чух-чух. После приостановилось, сейчас немножко приехал сюда, чуть подработал, что-то выслал уже, раз, крышу накрыли, и нормально. То есть вот это желание, которое было, послушай, желание, Господи, вот видно, это надо. Когда ты, вот Бог и деньги дает, и силы дает, Бог и людей таких дает, когда ты начинаешь о воле Божьей помышлять, что это будет служить, аминь, для людей оно же будет служить. Сегодня написано, мы просим у Бога, не получаем. Почему? Потому что для вожделения, понимаешь, это вожделение. Вот они ездили на Гавайи, а я нет. Вот. Это же вожделение, понимаете? Это уже сродни, а у них есть, а у меня нет. А что, я хуже? И вот много-много в голове вот этой белиберды. Спустись на простоту веры. Довольствуйся средним. Вот для жизни. Вот это есть. Аллилуйя! Ты так будешь рассуждать, когда поймешь, что это твоя жизнь пар. Скажи, пар. Наша жизнь пар. Аминь. Ты даже не знаешь, что с тобой завтра произойдет. Ты думаешь, у тебя будет такое благоденствие. На Украине тоже люди жили и строили дома. Я знаю многих, кто в Донецке имел огромные церкви, их сейчас нет. И многие люди проходят долину сегодня, ты понимаешь? Они никогда не думали. Я сам не знаю, почему это в жизнь людей пришло. Прекрасные люди. Как ты это можешь объяснить? Не знаю. Но это есть. Аминь. И что ты с этой реальностью будешь делать? Ты будешь молиться? Будешь просить Господа сохранить жизнь? Или приготовить, чтобы Он тебя забрал? Потому что завтра бомба прилетит, и ты не знаешь, где она бахнется. А тебе ехать некуда. Ладно, у того есть, кого-то нету. Такова реальность. Наша жизнь – это короткий период. В нем нужно познакомиться с Богом, открыть свое призвание и двигаться, двигаться в Духе Святом. Аминь. И Бог на эти... Я разно об этом молился. Господи, мужики там заперли, там подтерли что-то. Ну, мужики, вы понимаете, зайдешь в репцентр, вроде как все это. Ну, женщины, вы понимаете, когда мужчины дома убираются. Так, туда. Вроде бы нормально, но все, зайдешь, какой-то запах какой-то. Господи. Вот женщину, ну не всякую женщину в репцентр. Впускала иногда одни проблемы. Понимаете? Вот это проблема мужчины, которые давно женщин не видели. И тут все, вот смотришь, уже не тем занимаются туда-сюда. И это все проблемы. Или бывает, она несмиренно начинает мужиков учить. С конфликтами и так дальше. Вот она 12 лет сидела в тюрьме. Был у нас в женском репцентре, который у нас есть в Приморье. 3 года. Даже уходила один раз, искала что-то, опять пришла и так дальше. И мне служитель, который там у нас, говорит, Володь, можешь ты ее забрать сюда, в базовый репцентр Владивосток? Я говорю, чудесно. Это было в апреле, когда я был. В мае я приехал. И мы эти 2 месяца, которые я был здесь, рассуждали. Я в конце июля, да? В конце июля поехал, да. И когда я приехал, чтобы как-то крестить служение, это хорошо, когда ты видишь как-то, знаете, ну, где чего. Она приехала. Это вагончик, я вот рассказывал, помните, вот вы гуманитарку давали мне, слава Богу, спасибо вам. Много, помните, тряпки, мешки приносили многие из вас. Вот. Финансы здесь собирали пару раз, чтобы отправить, там я третьих... отправлял этих контейнера. Вот. Я поселил ее временно в этот домик и так дальше. И ты знаешь, вот в простоте, вот ты просишь, Господь, мне это надо, потому что вот, ну вот, и Господь это видит. И вот видно, человек вписывается, понимаешь? Вот он как с неба упал. Она воскресла. Знаете, мужское внимание, оно женщин воскрешает. Притом, когда их там 10, она одна. И там все чай, та-та-та-та-та, и так дальше. Ну, реально, ну, видно, да, она была настолько унижена. Двенадцать лет. Убила мужа. Издевался. Была мирской человек. Она не знала. Никто ее защитить не мог. И все. Где-то, я не знаю, в каком состоянии.
И вот это все равно отверженность дети не принимают. Я увидел, как Бог начал исцелять. Вот этим держать вниманием, вот этим моментом, что ей доверили. Я не знаю, у нас буквально за несколько дней, вот зайдешь, что-то там протирает, уже там что-то красит, занавески появились, то появилось, то появилось, то. Раз, машинка где-то на задворках стояла, притащили, уже стирается. Мальчики, давайте постираем. Это, знаешь, вот мудрая женщина ей ничего не говорит, она знает свое дело. Я ничего ей не говорю, она все знает. Понимаете, она знает, когда я своей кушать, она знает все это. Она знает, ну, единственный момент, там пришла, вышло что-то, не побудусь, а в лосинах. Достаточно было одного замечания, понимаете? Я ее позвал в офис, сказал, ты так будешь перед мужем одеваться. И в мир, и в церковь, так не ходи, тебе это не к лицу. Ходи или в халате, или в платье, или в том, чтобы прикрывало и так дальше. И вот здесь, чтобы все было правильно. Все. Вот человек, который все-таки вот познает волю Божью, для него слово пастыря что-то значит. Аминь. Нужно прекратить, нужно просто признать в своей жизни волю Божью. Что Бог властвует, что есть вещи, где Бог руководит, есть вещи, которым Бог на определенное время нас посвящает. Бог доверяет. Аминь. Вы знаете, что сколько много было сказано слова, и ты, я тебе скажу, был в другом бы состоянии веры, если ты просто не отвергал. Тут сегодня, вот смотри, вот сейчас, ты меня можешь просто больше не любить. Меня вообще это не интересует. Ты можешь это принять или не принять, ты понимаешь? Вот и все, ты пришел сюда, у тебя должен быть один настрой. Господи, что ты сегодня хочешь сказать мне? И ты от каждого служителя, выходящего сюда, от сестры, ты получишь, аминь. И твоя вера возрастет. Неважно, в какой форме проповедует. Вообще, отрекись от этого. Потому что ты в этой душевности просто помрешь. Когда ты будешь ждать, любимая, будешь там нравиться, не нравиться, это слишком мелко. Ты продешевишь свою судьбу. И не войдешь в то, к чему Бог тебя призвал. Аминь. Она сегодня прекрасный служитель. Я через месяц, вот сейчас было крещение. Обычно разговариваешь со старшими. Я говорю, позовите Наташу. Она пришла. Ты знаешь, это что-то. У нее голос звенит. Это у нее была такая уничиженная. И когда я услышал, она сказала, я, братья фото, она говорит, не фотайте меня, я некрасивая. Я его вызвал, сказал, забудь эти слова. Кто тебе об этом сказал? Это в мире есть эталон красоты. У Бога красота, запомни, субъективна. Слышал это слово? Объективно, извините. Субъективно только вот так. Мир обманул массу христиан. Поэтому вы идете сегодня в магазин, вы не думаете, вы не хотите слушать Дух Святой. Что это некрасиво, это нецеломудренно, это тебе как христианке не принадлежит. Твой господин не согласен с этим. Но тебе все равно, тебе достаточно быть членом церкви. Я скажу, недостаточно. Недостаточно. Для Бога достаточно послушания. Написано, люди, которые приходили за Иисусом, они шли, куда бы он ни пошел. Аминь. Они слушали, что он говорит. Если он твой господин, делай то, что он говорит. Наплюй на эту моду. Да-да, ты уже слышал об этом, но об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить. Посмотри сегодня вопрос деторождения. Ты даешь советы. Вы женились, ты вышла замуж. Поживите для себя. Если ты мать, ты думаешь, что ты говоришь. Ты продуктируешь эгоизм в детях. Если бы ты была так воспитана, твой 10-й, 5-й бы не родился, ты не видела бы сегодня его лица. Но мы забиваем, очень часто говорим и забываем мозг не верой, не послушанием Богу, чтобы люди ходили в смирении, благоверие перед Богом. Мы говорим, что так сегодня принято, так сегодня многие говорят, они обижаются. Только пробуешь о чем-то сказать. Но ты знаешь, вот сегодня так, мне все равно, это всегда были времена вот такие вот. Это всегда были такие времена.
И что ты советуешь? Ну, она отучилась, она много денег. Ну и что? Она планировала эту жизнь до брака. Она вышла замуж, она должна стать матерью. И в этом ее предназначение. В этом ее счастье. Аминь. Аминь. В этом ее счастье. Аллилуйя. Но дух эмансипации, он входит. Нет, сегодня другое время. И рисуется другой образ женщины. Совершенно другой. Мужеподобной. В которой нету смирения, в которой нету кротости, в которой нету послушания, в которой нету целомудрия. Это дух мира. Открывайте свои желания. Тебя интересует этот вопрос? Задай, тебе Бог скажет. Сегодня многие люди, прожив 5-10, у меня есть много таких друзей. Чтобы не забеременеть, вы извините, нужно мудрить. Аминь. После приходят 5-10 лет, они ходят, а там ничего нет. И они начинают панику бить. И смотришь, Бог являет милость, кому-то дает, а многие его не могут. Я не знаю, сколько им, но это факт. Это факт, когда ты, как человек, начинаешь претендовать на регуляцию того, на что тебе не давал Бог право. То, что ты мне сейчас скажешь против этого, это только твои мозги. Это твое социальное образование. И ты спробуешь меня переубедить, но ты меня не переубедишь на основании Священного Писания. Я спорить не буду. Люди подкованы социально, они тебе объяснят все. Но мы выходим сюда для проповеди Слова Божьего. И я закончу. То, что я сегодня сейчас хотел сказать, это слушай Бога, слушай Дух Святой. У тебя есть предназначение. Жизнь коротка, как пар. Она пролетит. Все временно, все меняется. Все меняется. Кто-то думает жить. Смотришь, ушел. Даже и не думал, а думал, что еще поживу. Жизнь вот так. Есть вечность. Все, когда ты рассуждаешь категориями вечности, у тебя все сразу как в пазл собирается. Тебе сразу понятно. Тебе и не тяжело смиряться. Потому что ты понимаешь, что Бог на этой земле что-то предназначил, Он с тобой что-то хочет совершить. Тогда все. Таким людям, которые реально мысли, категории мысли, им легко. Они могут оставить. Они никогда не поедут деньги тратить, чтобы там живот свой, это самое, они лучше отдадут вон неимущим, бедным, которые сегодня... Они не будут, они мыслят по-другому. Если ты не будешь мыслить категориями Царства Божьего, ну пройдет твоя жизнь, и что? Давайте встанем. Великий Господь, я благодарю Тебя за это время, в котором мы сегодня живем. Аллилуйя за Твою церковь, которая есть столб и утверждение истины, Господь. Церковь, скажи, я есть столб и утверждение истины. И я своей жизнью буду утверждать эту истину, независимо, что сегодня говорит мир и окружение. Аминь. На, пастор. Мы сейчас совершим молитву. Сестра Света Шалопа просит молиться за маму и сестру. У них предстоит интервью в посольстве, чтобы Бог благословил их сердца. Вторая молитва у нас. Александр Швецов попал в аварию, когда ехал в собрание. Мы помолимся, чтобы Бог все устроил, явил милость и как-то все было нормально. И просят молиться за Дюртеева сына. Он чтобы Бог освободил от зависимости. Давайте это принесем пред лицом Бога.